Я Наталья Херше. Я гражданка Беларуси и Швейцарии. Последние 12 лет я постоянно проживаю в Швейцарии вместе со своей несовершеннолетней дочерью. Раз в год я обязательно бываю на родине, в Беларуси. В прошлом году я приехала в Минск 11 сентября 2020 года. 19 сентября я присоединилась к женскому маршу возле Комаровского рынка в городе Минске. В этот день меня задержали. Это единственный раз, когда я участвовала в каких-либо маршах. На 21 сентября у меня был куплен обратный билет в Швейцарию. За участие в мирном женском марше мне дали 2 года и 6 месяцев колонии. Якобы за сопротивление сотруднику милиции. Фактически, я получила этот срок только за то, что сорвала балаклаву у сотрудника ОМОН.